поехали. А, ну смотри, сегодня мы находимся на Аркаиме, это 21 июня, день летнего солнцестояния, один из самых знаковых, удивительных дней в году. В колесе года это день, когда солнце дарует тепло и свет людям. Що в снах ти проглядала, воно вісні все не живе, кіно і більш нічого, а світвіяки тебе веду світлий створ. Все, що живе, є, повстає із нього. Ну вот смотри, последний день пребывания на Аркаиме мы... Снимай, 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 еще снимай. Поехали. А, ну смотри, сегодня мы находимся на Аркаиме, это 21 июня, день летнего солнцестояния, один из самых знаковых, удивительных дней в году. В колесе года это день, когда солнце дарует тепло и свет людям всего мира. Можно напитаться, можно набрать этого солнца, этого света. И сейчас мы смотрим на шествие представителей кришнаитов, они проносят божество по этой территории, по территории Аркаима. Таким образом, они исцеляют эту землю, и можно обращаться к ним, можно молиться. И смотрите, здесь люди в хорошем настроении. Некоторые люди удивленные, некоторые люди просто радостные. Вот такой вот Аркаим. Можно посмотреть повыше на Джаганнат. Да. Запоминайте, Джаганнат, Баладев, Субхадра. Чем интересно это место, оно совершенно не противоречит ни одной культуре, ни одной религии. Здесь собираются люди, которые исповедуют разные религии, православие, и сознание Кришны, и шаманы, и все дружат, гуляют, танцуют, смеются. И в этом секрет Аркаима.